В эти минуты в Чувашском государственном академическом драматическом театре идет премьера спектакля «Мунчакуне». «День очищения» по пьесе Арсения Тарасова. Действие происходит в наше время в одной из чувашских деревень. К матери в деревню приезжают сыновья. Виталий, капитан, офицер российской армии, и Георгий, занимающий высокий пост. Казалось бы, матери остается лишь радоваться счастью и карьере детей. Но, увы, оказывается, что мать им мешает спокойно жить. Режиссер, постановщик Валерий Яковлев. Современная жизнь построила, разделила поколения людей. И вот ищут себя и пытаются, не спектакль, он пытается как-то их очистить, прийти какой-то через вот, страдание, драму, может быть, к очищению и смягчению души. Это какая-то вот своеобразная библейская тема, через страдание, через очищение идет возрождение души.